Всем привет! Сегодня у нас 22 сентября. Вчера я заложил яйца вечером, перепелиные. Здесь где-то больше 55 штук, я уже запутался. Докладывал, потому что что-то сбился со счета. Вот она у меня таблица. Так, таблица вот эта моя, по которой все выводилось. Перепелята вот эти. Так, сейчас расскажу, что за яйца. Вот здесь у меня вот эти элистонцы или фараоны, две штуки. Здоровые перепелки, крупные. Купил я одного чехаста, вот этого белого самца. Вот эту самку чуть манжурскую заклевали. Сзади я ее сюда пересадил к ней. Ну вот хочу от них взять крупных перепелок. От них яиц 20 я затолкал. Примерно 20. Купил яйца. Вот техасских, чисто белых. Вот этих. Вот от них 20 штук тоже купил. Яиц. Ну и вот вон там крупные перепелки тоже. Вот от них тоже добавил яиц. Ну короче, 57-58 яиц примерно у меня в инкубаторе стоит. Это молодняк уже вот вовсю несется, яйца. Сейчас собрал, но это еще не все. Вот молодняк сносит яйца, уже хорошо несутся. Сейчас буду выводить, хочу вывести вообще вот крупных, хочу перейти вот на таких. Они более спокойные, не дерутся, потому что японцы, блядь, клюют друг друга по-страшному, чуть не то заклевывают. Ну а перьям он отдирает. Эти намного спокойнее. Вот. И крупнее, и спокойнее, и мясо больше, и яйца крупнее. Вот выведу от них белых. Сейчас, дай бог, посмотрим. Вот этих техасов сколько у меня выйдет. Вот этот вот самец. Когда его закинул, его одна самка заклевала. У меня здесь три самки было больших. Я-то убрал самку, потому что она ему всю голову заклевала. Глаза опухшие были. Вот отошел только. Ну, посмотрим. Все равно я выведу крупных. Перейду на крупных. Буду стараться вывести вот крупных, чтобы потом этих всех или продам, или на мясо отправлю. Посмотрим сейчас, что как выйдет. Ну, в принципе, эти тоже неплохо несутся. Ну, вот так. Сегодня у нас 22 число. Вчера вот заложил яйца, 21-го. Сниму через 17-18 дней, как начнут вылупляться. Что, посмотрим, что, как, сколько вылупится. Ладно, всем пока. Всем привет. Сегодня у нас 8 октября. Инкубация моя задержалась немного, потому что отключали свет пару раз. И один раз я оставил на полчаса охлаждаться, забыл про инкубатор, блин. Долго. Я думал, вообще никто не будет вылупляться. Потому что яйца замерз, потому что очень минут 40 он, по-моему, охлаждался. Но не, начали вылупляться на день позже, правда. Он один уже вылупился. Вот он бегает. Вон, я изолентой одно яйцо прикрыл. Я проверял, есть там цыплята или нет. Перепелята. Ну, там тоже с этого яйца вылупляется. Ну вот. Процесс пошел вылупление. Сейчас посмотрим. Всем привет. Ну вот закончилась моя инкубация перепелиных яиц. Вот вылупились. Вот такие шмакодявки. Вот они. 47. Нет, здесь не 47. Здесь чуть поменьше. Вот белые, как я рассказывал, буду выводить крупную породу вот таких. Вот. Фараоном Анти-2 и этих техасцев. Ну, две самочки здоровые. Короче, 47 яиц я закладывал. 57 яиц я закладывал в инкубатор. 6 яиц. 5 яиц у меня просто были неоплодотворенные. С одного яйца
Ну, короче, вот они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Одно яйцо с цыпленком, он не вылупился. Пять яиц были неоплодотворенные. И вот здесь еще. Вот здесь, вот они. Вот, видите, вот шевелится. Вот, да вылупливается. А вот когда, когда первый вылупился? В субботу? Первый, да, по-моему. В субботу или? Ну, короче, в этот. Где-то в уже раз, сутки, да, они у этого, вот у этого шпагат, я не знаю, я его пока здесь оставил, может. Это то, что сетка, чтобы не разъезжался. Этого сейчас можно закинуть туда, уже подсох. Вот техасцы будут белые. И так, ладно. Про яйца я рассказывал. И 4 перепеленка у меня ночью сдохли, короче. Не знаю, почему 4 штуки валялось. Я сам виноват. Запорол немного, потому что охлаждал. Один раз, говорю, минут 40. Забыл я про них. Хотя надо 15 минут. 15-20 минут, а я в 2 раза больше охлаждал. И 2 раза отключали свет. Ну и то вылупилось прекрасно. Все хорошо, да. Прекрасно вылупилось. Вот 6 яиц не вылупилось. 4. 10 штук, короче, я потерял. И 47. Дай бог, все будет на... Ну, эти еще 2. Ну, они вылупляются. Посмотрим. Дай бог, вот 10 штук всего лишь у меня отход получился. Сейчас яйцо дам. Вот я им яйцо даю и прокорм даю. Вот яйцо с манкой. Цыпа-цыпа-цыпа. А, не он. Я поставил поднос, как его. Короче, в него, чтобы они не выкидывали его, этот корм. Не раскидывали? Да, ну едят нормально. Первый, вот он мой, первый выводок. Я снимал видео, вот он. Уже несутся. Все, да, ну они уже давно несутся. Ни одного я не потерял с этого выводка, ни одной перепелки. Я уже не помню, сколько было-то у нас. Я уже тоже не помню. 40 с чем-то или что-то. Короче, 25 самок вроде бы здесь я был, есть. Но я еще туда потерял. Но ни одну перепелку я не потерял с первого выводка. Вот со второго уже 4 штуки. Ну, может, что-то не хватало, слабенькие были. Ну, вот так закончился. Так что второй раз. Сейчас я хочу вывести техасцев, этих фараонов, более крупно. Они намного крупнее, чем японцы. И они не злые. Они вот недолго друг друга спокойно, остальные вот эти японцы друг друга просто задолбали. Спины вон голые, перья щипают. Так, а эти так не ведут? А эти нет, вот это была раздолбана, я сюда закинул эту манжурку. Она уже вон обросла как. Огурцы едят прекрасно, вот у нас наши еще... Остатки урожая. Остатки нашего урожая, вот они огурцы, они едят, вон как их. Я вот режу вот так, да, и вот, видите, как склевывают. Да кожура, на ночь оставить, они кожуру эту сожрут. Кожуру вот червям отдаю, калифорнийцам. Что, безотходное производство? Все уходит, все, куда это? А, яйца, да, перепелиные яйца, вот. Сейчас собираю, вот у меня 4 пачки, здесь вот 160 яиц, заказ на инкубационное яйцо, вот отбирал, сколько я отбирал, дней 6, не 5 даже, 5 дней вот сегодня, завтра должны приехать забрать вот 160 яиц, сейчас на инкубацию пошли заказы, по 8 рублей я инкубационное яйцо продаю. Сейчас на инкубацию вот народ спрашивает, собираю им. Ну, приносят деньги, зарабатывают себе на корм, нас кормят. Молодцы. Вот такие дела. Ну, все, вот, закончили инкубацию. Сейчас будем следить, как растут. Дай бог, сейчас все нормально будут, все будут крепкие, их подымем. Сейчас я соберу еще клетку им, наверное, 2, повешу здесь рядом. Перепелок 80, наверное, сделаю. Что было. Сейчас весной будет много заказов, я так знаю. Думаю, на молодняк, на яйца. Надо их побольше чуть развести. Сегодня у нас какое число? 9 октября. 9 октября. Ну ладно, спасибо за просмотр. Всем пока, скоро увидимся.